Богдан, ты сегодня провел 2 поединка. Как твое физическое состояние? Отлично все. Не впервые, поэтому хоть даже 3 пусть будет. А как оцениваешь свое состояние? Сколько процентов ты готов физически уже к новому сезону? 80%, наверное. Ну, я думаю, к концу этого сбора буду готов полностью. То есть тебе нужно пару дней, чтобы 20% нагнать? Да, я стараюсь максимально готовиться и в отпуске тоже, поэтому в своих силах уверен, и я думаю, готов буду уже к концу сбора. Скажи, ты сегодня играл против 2 команд. Кто был сложнее, с кем было, наоборот, легче? Ну, в разное время играли с разными командами. Мне было тяжелее играть утром, все-таки погода была, жарко очень. Ну, сейчас опять же, если бы сначала выходить, то, наверное, легче было. А так, плюс переезды туда-сюда и на 7-8 минут выходить, конечно, чуть-чуть тоже тяжковато. Юдинген – это 3-й дивизион немецкого чемпионата, Копенгаген – чемпион Дании. Мне кажется, объясни, пожалуйста, кто сложнее? Разница, да, большая между командами. Ну, конечно, я думаю, Копенгаген сложнее. Все-таки команда чемпионы и играют в очень качественный футбол с хорошими футболистами, поэтому тут нет сомнений, что они лучше. Ну, то, что 1-1 мы сыграли утром, конечно, нужно выигрывать такие игры. Но это сборы, и тут может все случиться, поэтому будем прибавлять в следующих играх. И как настроение в команде? Да, отлично все. Сборы, можно так сказать, в самом разгаре, поэтому все хорошо. Как бы, ну что сказать, все хорошо. Вот на сборах все хорошо.